Будут в понедельник пробовать атаковать 10-15, 10-45. Посмотрим, как Европа будет себя вести. Но вот этот коридорчик на всякий случай возьмите на заметочку. 11.85 и 122. Сюда они как раз вполне могут прийти за сбросом стопорей, если они готовятся к продажам. Ликвидность, такое ощущение, что скоро вообще пропадет. Потихонечку ниже и ниже, ниже. Вот. Сегодня 147, там 102, 102. Вот, ну, в общем, потихонечку падает. Но как только начнет появляться, это уже ближе к завершению августа, я думаю, будет происходить, будут возвращаться из теплых стран инвесторы, финансисты, экономисты, трейдеры, просто спекулянты в крупные компании. Так, дельта сегодня смелая, 6 тонн, вчера было 2, с учетом какая сессия флетовая, еще удивительно, что там получилось дельта 2 тонны. Ну, в общем, если уходят выше 11.72 вот этой дельты с 2 тоннами, соответственно, ждем уже 12.65. Тут хоть и была за селлерами ликвидность на 15-минутном таймфрейме, сейчас мы выделим, но посмотрим по уровням, где именно там они агрессивно себе вели. Ну, тут без сомнения 26-37 тонн по десятке и на самом максимуме даже 21 тонну дисбаланс по вернее, тут объем, а дисбаланс был 2,7. Причем 2,7 еще вот только здесь. Мы видим 11.85 и 12.35. Самая такая всем дельтам дельта на фьючерсе евро-доллар на этой неделе. Тут контроль был с 28 числа, четко, агрессивно. То есть прям просилась корректировка. Ну, встретили, причем даже так на 10.75 бросили какой-то ликвид. 1600 контрактов, это только дельта с объема 8 тонн, ну, неплохо, процент достаточно неплохой, 20% перевес, то есть из 20% объема, ой, 100% объема перевес, именно дельта, разница преимущественно еще на 20%. Так, тут по 11 тонн, но, видите, перевес особо не фигурирует. Ну, в общем, отпустят выше 12-й. Тут, я думаю, будет жарко на 122-й, поэтому возьмите на заметочку. Тут коридорчик достаточно такой агрессивный. Фунт. Тут даже я могу прочертить такую вот линию сопротивления. Она даже получится. Ой. И вот поддержка. Чуть-чуть неаккуратно, но как мог. Так, ядро здесь начинается с 31.35 и на 32.45, в принципе, можно его уже ограничить. То есть коридорчик тут без микроскопа, видно, что тут прям стоят плитой на этом коридоре на 1.32. И саппорт при дальнейшем снижении, вот три сессии идет на снижение, 29.30 по 1.3. Раз, два, три, четыре сессии, 4,5. И вполне может быть, что даже если будут пытаться пробить, не с первого раза. Вчера был повышенный ликвид по фильтру на самом минимуме четверга. Соответственно, выделяем этот коридор как сопротивление. 31.25, 31.75, вот этот массив. Активность была
И есть, скорее всего, 33-я. Это я беру сопротивление как раз самых свежих массивов. 33-45 плюс энное количество раз уже там были, и все заканчивалось снижением. Поэтому 33-33-45 после коридора вот этого объема в следующий уровень сопротивления такой важнецкий — это 33-33-50. По дельте, вот как видите, вдруг как-то подозрительно вернуться обратно на 32-ю, это должно произойти выше этого коридора, то есть держать потом позиции. По открытому интересу, кстати, не посмотрели, тоже набирают позиции, и похоже активность топовая, ну это понятно. Так, сбрасывали в основном вот на корректировке, и в среду как раз вот здесь сбросили позиции немножко. Вот это движение открывает сделки, и там они на спекулятивном масштабе таком. Мы их сейчас зафиксируем чуть-чуть побольше. Конечно. Так, в четверг, конечно, отличился по ликвидности, и более точно я про этот уровень только что рассказывал. Вот они тут, это вертикальный такой массив, 31.40, 31.94, точно пока не пробили, поэтому пока его не пробьют, покупкам не быть. Когда селлеру не хватает ликвидности, он начинает уже ее собирать на самом минимуме дня, чтобы произошло. Здесь уже не было никакой ликвидки на покупку, поэтому он ее собирал здесь. На следующий день защитили, поэтому если не будут пускать, это именно оно. VWP как раз чуть выше 32. В какой еще, кроме иены, если можно. Иена там все не как у людей. Канадский был. Итак, Канада. Кстати, канадские банки, если не ошибаюсь, там неплохо за полугодие отчитываются. Отчитались вот этим в этот период. Похоже, там любят америкосы держать кэш. Ну и плюс на продаже нефтересурсов, само собой. Итак, канадский давно не смотрел, но тут прям просто 4 сессии четко. Контроль цены, и вот они как раз сюда пришли так быстренько очень. Ну что сказать, соответственно, если это расширение, то ну должны не пускать выше 76.30, 76.55, то есть небольшая корректировка, и дальше до давления с дальнейшим расширением за 75.65. этот коридорчик могут долго не пускать. Вот здесь особенно ликвидность без особо желающих,
находится, то есть каких-то ажиотажных размещений не обнаружено. Ядро 77, 76, 40. Причем защищали так прям под линеечку, и соответственно массивность там, конечно, есть на защиту. И здесь тоже дозагружали. Сейчас я выделю их. Вот они как раз защищали их. Ну и здесь можно смело брать 76-30 по 76-50 массивность. Ну и этот на покупку с пока еще тестируют, но будет отработка, не будет, посмотрим уже с понедельника. По идее, если понедельник будет себя вести, как будто он проспал пятницу, и надо срочно вернуть цену обратно, и не заметите, как расширят 76-70, 76-80, вполне можем пойти на сопротивление. Ну, если понедельник уходит ниже 75-65, с покупками лучше не баловаться. Ликвидности для покупок немного, поэтому нет всплеска, нет ажиотажа. Вот такая интересная модель. В общем, предпосылок на развороты на покупку крайне мало, и все выглядит достаточно так хрупко. Поэтому я бы подождал какого появления еще ликвидности, чтобы уже увереннее, если с покупками. Тут она так поднялась чуть-чуть до 65, но не уверен. Да, мы уже подошли к нефти. Кстати, кому интересно, понедельник должны разместить. Вот как раз про нефть маленькое такое расследование, исследование-расследование. Те, кто торгует нефтью на российском рынке, акциями нефтяных компаний, будет достаточно интересно посмотреть на некоторые данные, которые нашел касаемо нефтяных компаний. Так, ну естественно, можете в рассылке получить эту информацию, если есть желание, если вы подписались. Ну, в любом случае будет на страницах на сайте, на социальных сетях и в группе Wall Street Online. Это полезно, поэтому не помешает. Вот такая вот ситуация по нефтянке. Давайте сначала посмотрим дельта какая там. Почти 12 тонн, это только дельта. Объема там как раз было на 500 000. Ничего себе. Сильно так зашли. Да.